Вот эта квартира, я уже пришел к гриферу, вот подъезд, я здесь пришел, я его вычислил с помощью команды SIN на сервере SergioCraft. Вот все меня спрашивают, как я нахожу гриферов, да? Команда SIN на сервере SergioCraft, и вам выдается IP, и дальше уже дело техники, и можете все вычислить. Он из моего города, я знаю, что он здесь живет, тем более я уже связался с его мамой, его мама меня ждет. Поэтому сейчас позвоним. Тихо. То есть его мама меня уже ждет. Нам осталось просто... И уже он дома тоже. Его зовут вроде Ваня. Так, вроде меня... Здравствуйте. Здрасте. Кому? А мы, помните, с вами списывались насчет... Ну, ВКонтакте насчет... Да, здрасте. Можно, Хотите? Да? Да, конечно. Друг, если ты хочешь так же, как и я, находить гриферов в реальной жизни с помощью команды SIN, снимать их на видео, выкладывать ролики на YouTube, тогда становись владельцем сервера на сервере SergioCraft. У тебя будет практически опухоль, доступны почти все права сервера. Ты сможешь банить, кикать, сетать, пользоваться топориком, влезать в любые регионы, менять себе префикс, как это сделал, например, я, сажать гриферов в тюрьму, превращаться в абсолютно любого моба. А самое главное, ты сможешь находить гриферов по IP с помощью команды SIN, как это делаю я. Всю предыдущую неделю привилегия стоила 6000 рублей. На нее не было скидки, и игроки меня просто чуть не убили за это. Скоро будет много новых обновлений на сервере SergioCraft, поэтому именно сегодня я оставляю скидку в 97% на привилегию владельца сервера. Поэтому не упускай возможность, снимай ролики антигрифишов, выкладывай их на свой канал YouTube. Все ссылочки будут в описании ролика. Так, я тут с камерой, да? Ну, я же про все это говорил. Я поняла. Как мне? Развивайтесь. Сейчас, секунду, сейчас развиваюсь. Так. Так, сюда, да? Да, вот. О, это, я так понимаю, сын ваш, да? Да, да. А вы кто? Так, это у нас вот орудие преступления. Уже игры, и сидит, играет. Привет, Ваня. Здравствуйте, а вы кто? Узнал меня? По голосу хотя бы. Я как раз тоже кашлял. Вы тот человек, который на сервере? Да. Я тот человек, который снимал с тобой ролик, а ты там матерился, мне угрожал, говорил, что меня убьешь. Я уж не буду цитировать, как он меня обзывал, но обзывал он меня, конечно, нехило. Таких слов я еще не слышал. У меня, кстати, есть доказательства, я вам его покажу. Он думал, что я его не найду, но я его нашел. Я говорил, что команда SIN, IP выдается. Вот я прям все это видно было, IP выдается, я его вычислил. И вообще мы с твоей мамой списались. Да. Теперь я в курсе, чем ты занимаешься. Я-то думала, ты у меня хороший мальчик. Ну, во всяком случае, материться и так себя вести в сети, ты же понимаешь, что это все чревато последствиями. Я хотела показать, что я более круче, чем... Ну, разве это крутость? Крутость в сети? Да. Чего ты хотела этим доказать-то? То, что я лучше, чем другие. Чем? Тем, что ты знаешь много плохих слов? Вот они все так думают и начинают вообще... Вот это сначала так кажется, что они ничего такого не говорят, но у меня есть ролик, сейчас я прямо его покажу вам. Я его заранее снял с ним, он матерился. Это вот сейчас, смотрите, какой он спокойно сидит. Он часто вообще игрушки играет? Он даже сейчас, смотрите, лежит и играет в игрушки. Ну, разве можно проследить, как он что-то понятно, делает? Да, но... Я же не могу каждый раз смотреть за плечо, чем он занимается. Думаешь, что он учится, что какую-то полезную информацию находит в сети, а не... Ладно бы он просто играл, но он вообще, он, во-первых, жизнь игрокам портит. Это как его это характеризует? Он и в жизни так пойдет, бить будет других людей, отнимать у них вещи. То, что он говорит людям, это вообще, это прям... Если он когда вырастет так будет говорить, его посадят вообще за угрозы жизни, здоровью. Нет, компьютер это зло. Это зло. Смотрите, вот ты Ваня, вообще, что сам скажешь? Ты же думал, я тебя не найду? Ты почему? Ты такой спокойный стал? Ты был вообще неспокойный. Потому что я думал, что ты меня не найдешь никогда. Я буду нормально сидеть и не тужить. Ну, видимо, они все так думают. Ну, сети, они же не ограничены только тем, что по интернету ты с ними общаешься. Люди там живые. Я знаю, но я думала, то, что мы просто не все друг друга найти. Оказывается, можно. Ты на моем канале вообще бываешь? Там Сержу. Смотрите. Нет. Иди сюда, тоже я тебе покажу. У меня телефон с собой, ты не стесняйся. Вот, я телефон у меня с собой. Сейчас я здесь. Я уже заготовил ролик. Смотрите, вот ролик, да, я уже его снимал. Я прямо так. Давайте я прибавлю. Блять! Да сука, хули ты не кикаешься, брат? Смотри, я тебя тоже не могу. Вы посмотрите. Ты можешь кикнуть от игрока, потому что ты владелец. Я тебя тоже не могу кикнуть. А что такое? Стоп. Получается, у тебя вообще права есть? Какие?
какие права, дурак что ли? Нет, у меня... Смотрите, смотрите. Ты просто именно меня не можешь кипать, мразь! Слушай, как ты общаешься? Ой. Я аж испугался. Консоль. Ой, тебя консоль кикнула, прикинь. А меня кикнул! Консоль. Тебя консоль кикает, прикинь. Фух. А прикинь, да она тупая, а прикинь, если тебя консоль забанит вообще. Да ну, не верю я в то. Нет, ну... Короче, знаете, кому все это надо? Подождите. Это не я, мама. Вот, что, мама, что ты делаешь? Вы что делаете? Мама! Стоп, мам, а что происходит? Что ты делаешь? Все, что ты делаешь? Дай, вы что? Что ты делаешь? Мам, научился общаться. Мама! Нет. А пока что? Не научился. Что происходит? Мам, посмелилась себя вести. А подожди, подождите, подождите, вы что делаете? Мама! Подождите! Мама! Вы хотите мама. На балкон спрятать мама. Или что, Роль? Нет! Мама! Нет, подождите, зачем? Подождите, стойте, это хороший компьютер, мама. Подождите. Мама. Давайте как-то мама. Не так. Давайте все не так. Подождите. Мама! Мама! Ну жалко же. Вы точно решили, мама. Что хотите его кинуть? Ну хороший Всё. Компьютер. Сколько мама. Можно было? Я тебя предупреждала. Не я не тебя надо. Предупреждала. Не надо. Подождите, не надо. Подождите. Может, не надо не все. Надо. Подождите, может, не. Не надо! Не надо! Все, пока теперь. Не будешь не надо, хорошо мама. Себя вести. Учиться. Не надо. Относиться мама. Хорошо к людям. Не надо! Ваня! Что? Ваня? Что? Что ты сделал, а? Ты мой компьютер угробил. Компьютер. У меня что-то ступор. Зато мне легче стало. Ну это же... Он же денег стоил. Вы же ему покупали наверняка компьютер. Да, но воспитание важнее. Воспитание важнее, это... Ничего страшного. У него шок, смотрите. Он вообще... Страшного. У него шок. Вань, у тебя шок? Он вообще... Он все, он за... Но я не был готов... У меня слов нет. Я не был готов к такому все, событию. Здесь холодно. Заходи. Я не был готов к такому событию. Слушайте, Я когда шел, я не планировал, что все так выйдет, конечно. Ну, вы не планировали, зато я уже думал об этом давно. Теперь будет думать над своим поведением. Слушайте, ну... Вы благородный человек, хочу я вам сказать. Просто я не понимаю, как мне реагировать. На моих глазах выкинули хороший компьютер, и он разбился в щепки. Это всего лишь техника. Но это техника, он стоил минимум 40 тысяч. Но поведение должно быть, наверное, важнее, чем любая техника, которая есть. В конце концов, жизнь не ограничивается компьютерами, интернетом, играми. А вы ему купите новый? Нет, пока нет. Пока не научится себя вести, разговаривать, общаться. И знать, что не только интернет главное. А главное общение, нормальное общение, правильное общение. Я с вами полностью согласен, но просто я пока в башке не могу переварить, что сейчас произошло. Я просто как любитель техники, мне очень жалко компьютер, правда вам скажу. Я в шоке немного, слушайте. Ну, вы реально благородный человек, раз вы решились на это. И я тогда, наверное, пойду, потому что... Я думаю, более крутого наказания придумать нельзя, как вот то, что произошло. У меня, в принципе, больше слов нет. Но я выложу это на канал, вы знаете, да? То есть... Да, да, я в курсе. В принципе, вы, наверное, можете быть примером для всех матерей, вот таких вот детей, чтобы... Я не знаю, что сказать. В общем, я не знаю, что сказать. Мы будем надеяться, что это поможет. Самый главный результат... Самый главный результат, да. Я тогда, наверное, пойду, да? Да, конечно. Ваня. Слушайте, все. Наталья Владимировна, да? Да. Все, да. Спасибо, я пойду тогда. Я в шоке немного. В общем, я выложу это на канал, можете увидеть. Я заранее предупреждаю, потому что многие потом пишут, мол, зачем ты выложил ролик. Вот заранее да, говорю, я выложу. Да, чтобы без претензий, да. Я не против, будет урок. В общем, мне кажется, он долго из ступора не выйдет. Все, всем, все, я пойду одеваться. Так, мне просто интересно проведать, где этот, если где-то окно было там, где-то,
Вот, что я туплю-то. Вот он. Мне просто сердце кровью обливается. Я не мог его как-то это... Мне даже утрогать жалко, обойти стороной. Это что такое? Это крышки идут. Это от чего провода-то? Кулер, что ли? Это не верхняя крышка-то. Ой-ой-ой. Какая-то красивенькая плата-то стоит. Кулер хороший. Не, я не могу, у меня сердце... Ой-ой, сердце кровью обливается. Это... Я не могу на это смотреть. Может, его с собой взять? Как вы думаете, ребят? Провод еще. Это от блока, наверное, да? А давайте... О! Слушайте, это вообще не мой компьютер. Почему я трогаю не свой компьютер? В общем, я не знаю, что сказать. Это очень грустно. А блок на сколько? В общем, может пойти его сдать куда-нибудь? Ладно, это не моя вещь, что я вообще говорю. Может, придет еще, заберет. Что ж, ребят, я пойду домой. Я просто не знаю, что мне сказать. Это какая-то... Вообще, где я нахожусь вообще? Что происходит вообще? Почему я где-то здесь? А, вон та сеточка. Все, ребят, давайте это. Я пошел домой, еще на серве что-нибудь сейчас сниму. Пока. Все, ждите, сейчас у меня дома. Смотрите, оп. Дома. Я дома, вот я пришел. Естественно, я уже опять зашел на сервер. Я уже от шока немного отошел. Очень жалко компьютер, вы сами все видели. Опять же, повторюсь. Спрашивают, как постоянно я нахожу людей. Да вот, я уже 100 раз об этом сказал, но еще раз повторюсь. Вот она команда вычесть IP грифера, SYN. Вот она есть только у владельца сервера. Это сейчас идет речь не о пиаре привилегии, нет. Сейчас, да, он пиарит привилегию, нет. Вот, основатель есть, там, создатель, разные привилегии. Только у владельца сервера есть команда SYN, через которую можно вычислить IP. Например, пишем SYN, вот, прям при вас пишу SYN, и любой ник. Вот жму Tab, любой ник, вот, например, любой. Вот, пожалуйста, IP-адрес. Мы видим с вами IP-адрес. Все, дальше уже там в Гугле его там... Ну, я не буду рассказывать фишки. Очень все просто вычислить. Сразу видно город, сразу видно адрес. Вообще, очень все просто. А тут я с его мамой связался заранее ВКонтакте. Поэтому... Слушайте, он вообще получил самое жесткое наказание, я считаю. Вы должны поставить этому ролику лайк, чтобы таких гриферов было меньше, и чтобы он понял урок, и чтобы вообще мамы брали пример. Хотя я не хочу, чтобы мамы выбрасывали так компьютер. Мне не очень нравится. Слушайте, а самое главное, заходите на сервер Майнкрафт. Я сейчас вот здесь, я летаю. Слушайте, мы ведем обновление на карте. Я тут лично сам построил новые постройки. Чтобы не соврать, через где-то на следующей неделе, в какой-нибудь день, вот обещаю вам, здесь будет новая карта чуть-чуть, измененная. Прям тут много новых построек будет, реально. Заходите. А самое главное, получайте бесплатно админку. Смотрите, пишите команду free. Вот прям вот. И вот, получается, например, донат за время или донат за убийство. Кстати, за донат за убийство, смотрите, я добавил возможность получить владельца сервера. Шанс упадения владельца сервера 15%. Ну, небольшой шанс, но и не маленький. Убиваете 35 игроков на PvP-арене и получаете ключик от кейса. В общем, лично сам раздаю админки. Весело на сервере. Заходите, люди здесь всегда нужны, поэтому вот я сам играю. Сам нас сейчас здесь 412 человек. Смотрите, какую рожу грипера. Мы здесь все стоим всегда, всех ждем, поэтому IP в описании ролика. Заходите. Получайте админки бесплатно. Можно владельца получить бесплатно, попытаться, если вы все-таки чтобы получить ключ. Вон, видите, у меня уже 7 ключей есть, но я тут, да, порой на PvP-арене играю. В общем, заходите на сервер, всех жду и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание, всем пока вообще. Прям пока.